Всем привет, с вами Ян Матвеев и передача «Военное положение». Прошел целый год с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Поэтому сегодня мы кратко разберемся, к чему это привело, как украинская армия смогла защититься и чего стоил этот год для обеих сторон. Конечно, пройдемся и по текущим событиям, а в конце отвечу на вопросы от наших доноров. Но прежде чем начнем, как обычно, предлагаю вам поставить лайк этому ролику, это действительно помогает его продвигать. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder but my... Главный итог года назвал сам Зеленский. Украина выстояла. И есть три важных фактора, благодаря которым это удалось. Давайте их и обсудим. Во-первых, ВСУ выдержали первый натиск и не позволили российской армии сходу захватить ключевые населенные пункты. Десантная операция в Гостомеле провалилась. Харьков и не думал сдаваться. Чернигов, Сумы и многие другие города сопротивлялись и даже после подхода основных российских сил отбивали атаки. Провал обороны произошел только на юге, когда российские части из Крыма в первый же день прорвались к Днепру, пересекли его по дамбе Новой Каховки и Антоновскому мосту. Почти без боя сдался Мелитополь. Именно это привело затем к осаде и захвату Мариуполя. Но теперь представьте, если бы так было везде, в окружении бы мог попасть и Киев. Возможно, Харьков даже был бы взят в кольцо и захвачен. Но украинские войска этого не допустили. И тогда, сдержав противника, ВСУ смогли воспользоваться вторым важным преимуществом – поставками западного оружия. Стартовав с ручных противотанковых средств, западные страны постепенно перешли к массовым поставкам гаубиц, САУ и РСЗО, которые обеспечили украинской армии значительное качественное преимущество на поле боя. Там, где российская артиллерия тратит десятки снарядов калибра 152 мм, ВСУ применяют 1-2 высокоточных снаряда «Эскалибур» и добиваются результата. Важно отметить и поставки современных бронемашин, которые обеспечивают украинцам мобильность. Мы постоянно видим разные броневики от турецких до американских, от британских до австралийских. А мобильность — это не только атака, но и возможность быстро перебросить войска на проблемный участок обороны. Безусловно, нужно отметить мужество и самоотдачу всего народа Украины, военных и гражданских. Путин рассчитывал, что одни быстро сдадутся, а вторые перейдут на его сторону. Но даже под дулами автоматов мирные жители выходили на протесты. А солдаты ВСУ везде и всегда боролись и борются до последней возможности. Да, был шок начала войны, да, был провал на юге. Но дальше посмотрите. Попасная держалась, Азовсталь так и не была захвачена в ходе штурма. Северодонецк, Лисичанск, их захват обошелся российской армии в тысячи потерянных солдат и кучу техники. Сейчас мы видим упорную оборону Бахмута, уже несколько месяцев. Но, конечно, у ВСУ был еще один большой помощник в деле борьбы с российской армией. Это российская армия. Я выделил три главные ошибки путинских генералов. И первая из них — это, конечно же, провальный план вторжения. На бумаге все, наверное, выглядело красиво, масштабно и в чем-то даже логично. Атаки по нескольким направлениям, сходящиеся удары к столице сразу по трем дорогам, неожиданные высадки, ставка на мобильность. Вот только группировка войск оказалась совершенно недостаточной для такого огромного плана. А еще хуже было исполнение. Российские войска ориентировались по бумажным картам 80-х годов, не имели адекватной связи, разведки, единоначалия и хорошо выстроенной логистики. И главное, путинские части не имели плана на случай мощного сопротивления. Поэтому все и провалилось. А теперь по итогам этого плана российские войска оказались на довольно невыгодных позициях. Киев недостижим, Херсон пришлось вернуть, от Харькова фронт тоже отодвинут и предел мечтаний – захват Бахмута. Во многом план вторжения базировался на капитальной недооценке противника. Российские генералы были уверены, что украинская армия, ну, слишком маленькая, технически уступает российской. Они поняли свою ошибку, когда в небо поднялись байрактары, а танки начали пылать после выстрелов из джавелинов. Вот только исправить что-то было уже поздно. Более того, спецслужбы убедили Кремль, что путинская армия не окажет сопротивления, а украинский народ встретит российских военных с цветами. Поэтому российские солдаты изначально настраивались на легкую прогулку, пытаясь буквально на грузовиках, бронемашинах штурмовать города.
Перестройка из режима «прогулка» к режиму «полноценная война» шла очень долго и в некоторых аспектах не закончилась до сих пор. А украинская армия, наоборот, становилась сильнее весь этот год, не только получая более современную мощную технику, как «Хаймарсы», например, но и проходя обучение в странах Европы. Не забудем и про помощь украинских волонтеров. Десятки, может быть, сотни движений и организаций обеспечивают поставки машин, печек, беспилотников, различного имущества и припасов. Всех тех расходников, которые повышают эффективность солдат и нужны, ну, прям постоянно. И, конечно, огромную роль сыграла слабость российской армии. Этот колосс не просто на глиняных ногах, он весь из глины или даже чего похуже. Коррупция — вот главная причина, конечно. Все металлическое в российской армии оказалось бумажным, выдуманным. Вертолет К-52 самый лучший, его невозможно сбить. За год сбито 31 штука. Крейсер «Москва» — это корабль с мощной ПВО, уничтожен ракетами. ВДВ и морская пехота — это элитные обученные войска. Гастомель, Угледар, бои под Херсоном — сплошные поражения. Знаменитая первая танковая армия разгромлена минимум дважды, под Сумами и Изюмом. Оказалось, что у путинской армии нет беспилотников, нет современных систем связи, нет точных и дальнобойных РСЗО. А про так любимые Путиным ракеты и говорить не приходится. Они вообще не используются для военных целей, только как инструмент террора мирных украинских городов. Авиация, которая численно в разы превосходит украинскую, месяцев 9 уже боится летать над территорией подконтрольной ВСУ. Потому что когда самолеты ВКС РФ это делают, их сбивают. 74 штуки уже потеряны. Отдельно стоит сказать про тактику, которая у российской армии за этот год деградировала до уровня Второй мировой и даже Первой. Универсальные батальонно-тактические группы забыты, теперь путинские части атакуют небольшими штурмовыми группами, почти без техники. А когда пытаются устроить массированную атаку бронетанковой колонной, получается разгром в Угледаре. И вот прошел год, к чему же пришла российская армия? Давайте посмотрим, какие атаки были на этой неделе. В основном это, естественно, все вокруг Бахмута, северные окраины. Вагнеровцы штурмовали, вот с этих сторон было сообщено о захвате Берховки, но полного подтверждения нет, а также Ягодного. Также мы не знаем, эта информация пока не точная. Более того, сообщалось, что якобы уже захвачена Дуброво-Васильевка, и вагнеровцы прорываются вот так вот с севера на юг. Но украинцы это не подтверждают. Ну и плюс фронт сейчас внутри самого Бахмута вот здесь где-то проходит. По различным сообщениям. Как мы видим, что в основном все атаки на Бахмут вот сосредоточены именно в северной части. Кроме того, Пригожин сам съездил в Бахмут и записал даже вот такое видео. Сзади передний край, Артемовск. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют, которые находятся на передовой, в госпитале. Военных, которые бьются за нашу родину. Мне показалось, или спутники Пригожина прикрывают его телами со стороны Бахмута? Ну вот давайте еще раз для понимания. Посмотрим прям на общую карту. Вот так все начиналось, то есть российская армия собиралась атаковать, вот, ну, пыталась точнее даже атаковать вот так, вот так, вот такой был у нее масштабный план. С этой стороны Харьков захватывать, естественно, с этой стороны, да, наступать на юге и сюда дальше, в Одессу и так далее, окружить вот здесь вот группировку украинскую, российские войска пытались. А как все закончилось через год? К чему все пришло? Вот, вот здесь вот. Вот здесь вот, на маленьком участке. Вот видите, я закрашу специально. В районе Бахмута проходят, по сути, все активные российские действия. Именно поэтому Путин ничего конкретного о войне и не говорил в своем обращении на концерте. Нечего сказать. Наполеоновские планы по захвату Украины с трех сторон спустя год закончились тем, что вот единственным активным подразделением стала банда наемников с заключенными, так называемая ЧВК Вагнера. А ее хозяин Пригожин больше всего прославился своим нытьем в телеграм-каналах по поводу нехватки снарядов. А теперь давайте предметно поговорим о потерях солдат и техники обеих армий в этом году, а также о поставках, которые сыграли такую важную роль.
За год войны журналистам удалось установить имена 15 136 погибших российских военных в Украине. Для сравнения, это уже больше, чем официальные потери СССР в Афганистане за 9 лет. Но, как вы понимаете, это самая минимальная оценка потерь. Наиболее реалистичной выглядит оценка в 50-60 тысяч погибших российских солдат. И в последнее время количество погибших резко увеличилось. Это связано с активными действиями российской армии на Восточном фронте от Сватова до Угледара. Чаще всего сейчас погибают мобилизованные и наемники ЧВК Вагнера из числа заключенных. Кладбище вагнеровцев в Краснодарском крае увеличивается с каждой неделей. Всего известно о 1300 погибших заключенных, которые решили испытать судьбу на войне в обмен на возможное помилование. Среди погибших по регионам лидируют жители Свердловской и Челябинской областей, а также Башкирии, Бурятии и Дагестана. Жителей промышленных регионов Урала активно мобилизовывали осенью, поэтому потери этих регионов прям резко выросли именно за последние месяцы. Сколько же всего погибло российских граждан за год войны, никто точно не знает. Министерство обороны не считает потери наемников и жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей, мобилизованных еще год назад. Одна из последних оценок была от Пентагона. Там считают, что российская страна потеряла около 200 тысяч человек, 60 тысяч из которых убитыми. Ну, мы считаем, что такой оценке в целом можно доверять. Но это огромная цифра. Наша страна истекает кровью наших граждан из-за одного человека, из-за воли лично Путина. Но ему на это, конечно, наплевать. Это главная причина, почему потерь так много. Командиры не жалеют людей, отправляют их в многочисленные лобовые атаки. Также сказывается низкий уровень обученности российских военных, в том числе офицеров. При этом самих офицеров гибнет тоже много, а значит, командовать новобранцами будут люди с еще меньшим опытом. Сотни цинковых гробов отправляются в российские регионы буквально каждый день. Это вот видео было сделано в новосибирском аэропорту Толмачево. Тела погибших военных из сибирских регионов готовятся к дальнейшей отправке. К гробам прикреплены копии свидетельств о смерти. И если солдат можно мобилизовать сколько угодно, то с техникой в российской армии прям настоящая беда. Российский танк Т-72Б все-таки добрался до страны НАТО, но в несколько таком измененном состоянии. То, что это 72Б, видно по характерной защите «Контакт-5». В Украине уничтожено уже почти 1000 вот таких вот российских танков. И в целом этот танк характеризует, наверное, весь российский ВПК. Взяли старую такую железяку 70-х годов, навесили на нее такой более современный обвес и под видом современного бросили в бой. Ну, результат вы видите сами. А всего за год войны российская армия потеряла 1770 танков и 3253 бронированных машины, среди которых БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 524 артиллерийских орудия и САУШек, конечно, а также 177 реактивных систем залпового огня. Сбиты 74 самолета и 78 вертолетов. Эксперты говорят, что российская армия потеряла от трети до половины боеспособной техники. Поэтому давно не редкость, когда на фронте замечают что-то ну прям совсем древнее. Как, например, этот бронетранспортер БТР-50. Их закончили производить 53 года назад. Но сейчас на фронте любая техника подойдет. Вспомним несколько случаев, когда российская армия теряла десятки единиц техники в одном сражении. Это вот улица Вокзальная в Буче. Там уничтожили около 20 боевых машин российских десантников. На узкой улице техника не могла вырваться из засады и была быстро уничтожена украинскими военными. Попытка переправы российской пехоты через Северский Донец в районе Белогоровки, она буквально войдет в учебники по военному делу. Украинцы правильно определили предполагаемое место переправы и ожидали там 74-ю мотострелковую бригаду из Кемеровской области. Артиллерии было уничтожено больше 80 танков и БМП и около 500 человек личного состава. Также не забывайте про два крупных поражения российской армии под Изюмом и Херсоном. И если из Херсона удалось эвакуировать почти все, что ехало, то в Харьковской области украинцы захватили около 400 единиц различной российской техники. Российская армия была застигнута врасплох, и много машин остались целыми.
В украинской армии за год уничтожены 468 танков и 1027 бронированных машин. Потеряны 219 артиллерийских установок и 39 систем залпового огня. Подтверждены потери 59 самолетов и 30 вертолетов. Если бы Украине не оказывали военную помощь, то к этому моменту она лишилась бы половины всех имеющихся у нее танков. После этого танковые силы стали бы небоеспособными. Ни для кого не секрет, что Украине нужна еще техника для освобождения своей территории. И каждую неделю кто-то анонсировал новые поставки техники и снаряжения для ВСУ. Буквально вчера Польша передала первые танки «Леопард-2». Всего 4 штуки, но в ближайшее время их будет уже 30, то есть целый танковый батальон. Также Польша в ближайшее время отправит 60 ПТ-91 «Тварды». Канада и Германия решили добавить еще по 4 танка к обещанным ранее. Швеция даст 10 танков и системы ПВО. На прошлой неделе мы показывали обучение украинских танкистов на леопардах. Было бы неправильно не показать обучение на британских челленджерах. Это специальные версии, такие учебные. На них, как видите, нет башни. Вместо этого установлена специальная будка для инструктора. Выглядит очень забавно. И, конечно, мы не можем не говорить о потерях мирных украинцев, погибших с начала российского вторжения. ООН насчитала 8006 погибших и 13267 раненых мирных украинцев. Больше всего жертв в Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Больше половины смертей произошло в первый месяц войны, когда были проблемы с эвакуацией гражданского населения. Но реальное количество жертв, конечно, удастся установить только после полного освобождения Украины. Только тогда получится понять хотя бы приблизительное количество жертв в том же Мариуполе. Неточное российское оружие не раз становилось причиной массовой гибели гражданских. 27 июня ракета уничтожила торговый центр «Амстор» в Кременчуге. Там погибли 25 человек. 14 января ракета разрушила два подъезда жилого дома в Днепре. 46 человек погибли и 80 получили ранения. Но самая большая трагедия произошла 9 июля в небольшом городе Часов-Яр Донецкой области. Ракета попала в кирпичное общежитие, часть которого полностью обвалилась. Тогда погибли 48 мирных граждан. Все эти случаи – военные преступления российской армии. А в России власти весь этот год творили и поддерживали совершенно нелепую дичь. И она была бы даже смешной, если бы не была такой трагичной. Взять хотя бы вот эту говорящую голову, это Игорь Коношенков, представитель Минобороны, который на своих ежедневных брифингах постоянно лжет. Самая циничная ложь, конечно, о потерях. Мы помним, как в конце марта отчитались о 1351 погибшем военном и на много месяцев замолчали, хотя было ясно, что уже на тот момент потери куда больше. Зато количество уничтоженных украинских военных объектов в какой-то момент начало расти как на дрожжах. Вот сами видите скачок на графике. При том, что за пару недель до этого скачка российская армия отступила из-под Киева и каких-то резких перемен на фронте не происходило. Про уничтоженную технику Минобороны тоже любит отчитываться. Иногда настолько увлекается, что уничтожает больше Байрактаров, чем в принципе могло быть у ВСУ. Кременную по сводкам Минобороны брали 5 раз подряд, выдумали несуществующую область Павлоградскую. А когда Минобороны надо отчитаться о том, как оно облажалось, они придумывают для этого иносказание. Когда путинские войска выбили с острова Змеиный, это назвали жестом доброй воли. А вот такое заявление Коношенков сделал после суперуспешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, когда освободили Изюм. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении. Говоря о безумии, нельзя не вспомнить Медведева. Он за этот год стал главным ястребом, писал очень грозные посты в Телеграм и про Иблиса, и про подхрюкивающих подсвинков, а еще обещал жестокое возмездие каждому, кто покусится на Крым. Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый.
Про кровавых клоунов это он, конечно, самокритично. Это видео записано в июле. С тех пор был взорван Крымский мост, были нанесены удары по авиабазам в Крыму. Ну и где же судный день? Только в алкогольных фантазиях Медведева. Пусть там и остается. Еще один герой этого года, конечно, Рамзан Кадыров. Буквально герой, он на неделе сам себе присвоил звание Героя Чечни, который сам же и придумал 3 месяца назад. Стал первым, кого наградили этим званием. Ну, в начале войны, когда в Украину отправились кадыровцы, пропаганда рассказывала, как они усилят армию, какие они супербойцы. Но оказалось, что главное, на что способны эти кадыровцы, это снимать ролики, как они отважно сражаются с деревьями, занавесками или вот со светофорами, как на этом видео. Собственно, теперь их называют не иначе, как ТикТок-войска. На этой неделе была новость, что Росгосцирк закупает бронежилеты и каски, чтобы отправлять артистов на гастроли на оккупированные территории. Не очень понятно, зачем посылать туда клоунов, если там уже есть кадыровцы. И в целом над этим всем можно было бы долго смеяться, если бы не свидетельство того, что те же самые кадыровцы причастны к пыткам и убийствам мирных жителей на оккупированных территориях. Сегодня, спустя год войны, когда уже произошли все эти преступления и тысячи других, еще более дико звучит обращение Путина к украинским военным, которое он записал как раз 25 февраля. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Это пример того, о чем я уже говорил. Путин был полностью оторван от реальности и считал, что его армию встретят с цветами. Но прошел год, а ближе к реальности он не стал. На этой неделе он обращался к Федеральному собранию и снова говорил про киевских неонацистов, а еще про угрозу, исходящую от Запада. И заявил, что именно Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить. Я не буду подробно останавливаться на этом выступлении, о нем завтра расскажет Иван Жданов в передаче «Самое важное». Ну и про митинг-концерт в Лужниках тоже поговорит. Что касается риторики Путина, здесь интересно отметить, как постоянно меняются цели так называемой спецоперации. Год назад шла речь про демилитаризацию и денацификацию Украины, что бы это ни значило. С тех пор Путин несколько раз называл среди целей защиту России от угроз, говорил, что его цель закончить войну, но так и не стало понятно, зависит от год, какой сценарий Путин считает победным, чего конкретно он добивается. За него ответила Маргарита Симонян. Те, кто сетует на то, что ну вот, непонятно, что это значит, а берем мы Киев или не берем, а может до Берлина дойдем, а может быть до Лиссабона. Надо бы сказать конкретно. Не надо говорить конкретно. Никогда никто этого не говорит конкретно. Цели меняются в зависимости от возможностей. Как известно, главное вовремя дать заднюю. Вот так просто. Цели зависят от возможностей. Получается, Путин — это что-то вроде самурая, у которого нет цели, а только путь. Надеюсь, ему кто-то напомнит про харакири. Конечно, Путину хочется делать вид, что это народная война, что вся Россия поддерживает его спецоперацию. Чтобы это обеспечить, россиян весь год заливали колоссальным количеством пропаганды. Я вспомню только один аспект, самый циничный. То, как к агитации войны привлекают детей. Вы наверняка видели эти кадры, как детей выстраивают буквы Z в школах, в детских садах и даже в хосписах. А вот пара свежих фотографий. Это празднование 23 февраля в российских детсадах. Дошколята носят раненых на носилках и ползают с автоматами. Вот к такой жизни с самых юных лет сейчас готовят тех, кто родился в России. Но несмотря на безумные деньги, которые вкачиваются в пропаганду, несмотря на то, что всем независимым СМИ пытаются заткнуть рот, а несогласных штрафуют и сажают, Путин все равно не добился того, чтобы все население поддержало войну. И чтобы в этом убедиться, даже не надо смотреть ни на какие данные опросов. Если бы война действительно стала народной, Путину не пришлось бы объявлять мобилизацию. Сначала надеялись победить силами профессиональных военных. Ну, это сразу не вышло. Тогда сделали ставку на добровольцев. Но и она тоже не сработала. В регионах пытались набрать так называемые добровольческие батальоны для отправки на войну. Но даже в самых бедных регионах, где армия зачастую служит единственным социальным лифтом, не нашлось достаточно людей, готовых за деньги умирать и убивать.
И тогда пришлось идти на очень непопулярное решение объявлять мобилизацию. Собственно говоря, готовность людей умирать на якобы народной войне лучше всего иллюстрируют кадры с огромными очередями на границах, которые образовались сразу после заявления Путина. Но уйти удалось не всем, конечно. И теперь мы постоянно видим ролики со свидетельствами того, что неподготовленных людей без всякого снаряжения просто бросают в мясорубку, а взамен их родственникам выдают издевательские компенсации, вроде мешка пельменей. Неподготовленные, немотивированные солдаты, которых силой забрали на войну, могут кого-то задавить числом, потому что для их жизни, для командиров ничего не стоит. Но вряд ли они кратно усилят путинскую армию. А еще ее ослабляет постоянная внутренняя грызня. Есть Минобороны, есть ЧВК, есть так называемые военкоры, все они как пауки в банке. Военкоров, которые в начале войны много писали про ошибки командования, смогли купить. Вот на этом графике видно, как их посты становились все более хвалебными. С Пригожиным оказалось сложнее. Он начал катить бочку на Минобороны и недавно прям обвинил Шойгу и Герасимова в том, что они пытаются уничтожить ЧВК Вагнера и не поставляют ему снарядов. Правда, еще раньше Минобороны начал критиковать другой военный преступник, Игорь Стрелков, он же Гиркин, бывший министр обороны так называемой террористической ДНР. Он с самого начала войны резко высказывался про многих генералов и чиновников, а где-то месяц назад произошла схватка жабы с гадюкой, у Стрелкова случился конфликт с Пригожиным. Такой ругани между разными путинскими халуями, как минимум в инфополе, становится все больше. И это не идет на пользу путинской армии, а значит, помогает Украине и всему цивилизованному миру. Пусть ругаются. Я лишь еще раз напомню, что Путин-то видит свою армию великой, непобедимой, а на деле ей командуют бездарности, для которых грызня важнее войны. И это отличная новость. Путин проиграл эту войну задолго до 24 февраля 2023 года. Но многие все-таки ждали еще каких-то опасных атак этой зимой. Да и я, признаюсь, опасался чего-то серьезного от российской армии. Ну, хотя бы попытки как-то перевернуть ситуацию. Однако мы видим, что пока сил им хватает только на бои за Бахмут и поездку колонны к Угледару, которая закончилась разгромом. Путинские части увязли на Восточном фронте и сейчас гораздо больше верится в контратаки ВСУ, которые, скорее всего, начнутся весной. Ведь леопарды и другая техника уже начинают поступать. Еще один важный итог года войны – это окончательная дискредитация армии России. Буча, Мариуполь, зверства в Харьковской и Херсонской областях, сожженные дотла Бородянка, Попасная, десятки других городов – все это огромные военные преступления – главный синоним российского солдата для всего мира. После окончания войны всех виновных в этих жутких преступлениях ждут суды, они все будут найдены, названы по именам и понесут заслуженное наказание. Обязательно. На стороне Украины весь цивилизованный мир. В очередной раз это было видно 24 февраля, когда повсюду тысячи людей вышли на акции протеста против войны и в поддержку храброго украинского народа. Западные страны давно уже не сомневаются и не пытаются заигрывать с Путиным. Их военная поддержка все время только растет. А Путина поддерживать просто некому. Ходят слухи про китайские поставки, но пока Си держит нейтралитет. Все говорит о том, что украинская армия будет становиться только сильнее, а вот российская, наоборот, слабее. А теперь давайте отвечу на ваши вопросы. Первый был про то, как российское ПВО борется с Хаймарсом и насколько целесообразны американские тактические ракеты АТ-7С. Действительно, проскакивали новости о некоем новом программном обеспечении, которое помогает ЗРК-БУК эффективнее сбивать Хаймарсы. Были и видео, где уже ЗРК-панцирь якобы сбивает ракеты Хаймарса. Точных данных у нас нет, ориентироваться на информацию Минобороны не стоит, но потому что мы гораздо реже видим результат работы Хаймарсов сейчас, складывается ощущение, что действительно российское ПВО борется с ними чуть эффективнее. Однако это все равно не 100% сбитых ракет. У той же ракеты Бука вероятность поражения до 70%, а Хаймарс делает залп из 6 ракет, а у Бука вообще 4 всего ракеты на установке. Если объект прикрывается только одним ЗРК, сами понимаете, что пара ракет Хаймарса точно долетит. Насчет перемещения складов, не знаю, это скорее надо спросить у разведки ВСУ. По поводу ракет АТ-7С.
Они создавались согласно новой американской доктрине наземного боя родом из 80-х. И задача стояла создать ракету без ядерного боезапаса, которая будет компенсировать свою слабую мощность точностью. Именно поэтому американцы сделали выбор в пользу ракеты с меньшей скоростью, но более точной. В своем вопросе наш патрон также предположил, что можно было бы использовать менее точные, но более скоростные ракеты, бьющие по площадям. Как показала практика этой войны, такой подход работает плохо. Россия как раз использует РСЗО, бьющие с большим разбросом, и добивается крайне скромных результатов. А что касается доктрины НАТО и российского ПВО, не забывайте, что по натовским планам подавление ПВО противника стоит на первом месте. Полное господство в воздухе. И потом уже нечем будет сбивать тактические ракеты. Ну, Украина, к сожалению, такого себе позволить не может. Ну вот и приходится жертвовать частью ракет тех же «Хаймерсов», когда их запускают. Второй вопрос о противостоянии армии России и НАТО. В том числе неядерном противостоянии. Во многом это, конечно, именно политические заявления, то, о чем вы спрашиваете, но я думаю, что реальные опасения тоже есть. Стратеги НАТО помнят, что в Кремле Путин сидит, и выносить за скобки ядерное оружие они точно не будут. Даже самую маленькую вероятность ядерной войны они, конечно, учитывают. Этот риск недопустим для них. И поэтому я думаю, что вот они его в первую очередь прям учитывают. Но что касается армии, то, безусловно, возможности НАТО подавляюще велики. Если конфликт и будет, то на территории страны НАТО, когда туда вторгнется российская армия. Поэтому, например, сейчас НАТО увеличивает группировку в Восточной Европе. В случае столкновения вовсю заработает технологическое преимущество. Особенно это касается авиации. Мы видим, что российские ВКС даже с малочисленными самолетами Украины не могут справиться. А против истребителей пятого поколения НАТО им вообще делать нечего. Большую часть своей подготовленной армии Россия уже либо потеряла, либо плотно задействовала на фронте. А у НАТО все войска на месте. Так что реально войны с НАТО сильнее всего должен бояться вообще-то как раз Путин. Ну, надеюсь, ответил на ваши вопросы. Если хотите еще более подробных рассуждений, напишите мне, ну, в тот же Твиттер, обсудим. А если хотите задать вопрос, поддерживайте нашу передачу на Патреоне популярной политики. Всем тем, кто уже это сделал, я говорю огромное спасибо. Не забудьте также поставить лайк, написать комментарий. Над выпуском новостей вместе со мной работали Владлен Лось, Евгения Ларионова и большая команда за кадром. Завтра не пропустите передачу Ивана Жданова «Самое важное». И я прощаюсь с вами. Увидимся!